Вот, например, переводы. Мы запустили переводы в прошлом году. И у нас было три сервиса в самом начале. Это переводы между своими счетами на карту другого банка и клиенту Каспи. Ну, клиенту Каспи без комиссии, между своими счетами без комиссии. На карту другого банка есть комиссия. Ну и мы запустили международные переводы. Совсем недавно международные переводы набирают большую популярность. Если говорить про конкретно 5 миллионов переводов в октябре, только в одном месяце сделано. Мы запустились приблизительно год назад. Все переводы 5 миллионов в течение октября. Если мы скажем про международные переводы, мы буквально несколько месяцев назад запустили этот сервис. Это позволяет вашим друзьям, близким, членам семьи переводить деньги на любую карту мира. Можно перевести в долларах, можно перевести в евро, можно перевести в рублях, можно перевести в фунтах. И комиссия всего лишь 0,95 по сравнению с той же комиссией «Золотая корона», которая составляет в Каспи около 2%. Запустились мы, следовательно, переводы клиентам Каспи. Это был наш первый релиз. Прямо в рамках мобильного приложения мы запустили там приблизительно летом 2017 года. И мы были безумно счастливы, потому что первый же месяц у нас было 7 тысяч переводов. И мы прям праздновали, прям да, было очень приятно. Вот. С того времени, в октябре 2018 года, наши любимые клиенты сделали 3 миллиона 100 переводов только за один месяц. Это все переводы фактически с любимой карты Каспи Голд на Каспи Голд. Ну, мы, конечно, не останавливались и в течение всего этого времени развивали наши переводы. Что мы сделали для того, чтобы они были суперудобными? Ну, во-первых, мы сделали то, что когда вы переводите, ну, вы, во-первых, видите имя человека, которого вы переводите, и человек, который получает деньги от вас, он точно так же видит ваше имя. Это очень полезно, чтобы вы были уверены, что перевод попадет именно к тому человеку, которому он предназначен. Второе, это мы сделали сообщение. Это означает, что вы прямо в нашем приложении можете написать сообщение получателю, ну, в частности, о назначении платежа или просто сказать там за обед, за ужин, спасибо. Вот. И мы, конечно, сделали перевод по номеру телефона. Мы поняли, что ну, делиться данными карты не всегда удобно, скажем так. Поэтому мы сделали переводы по номеру телефона. И также мы сделали скан. Но мы поняли, что ну, невозможно или, скажем так, неудобно все эти номера карты забивать руками, поэтому мы сделали возможность отсканировать любую карту для того, чтобы автоматически подставились все данные карты. То есть в результате этого мы смогли увеличить привлекательность наших переводов, и они пользуются огромной безумной популярностью. Следовательно, что у нас есть в переводах сейчас? То есть у нас есть переводы по номеру карты, у нас есть переводы по номеру телефона. Это если особенно в контактах у вас есть совсем легко. И сегодня ну, мы подумали, что ну, тоже не совсем удобно делиться номером мобильного телефона, или его может не быть, и также делиться номером карты. Поэтому мы сегодня покажем еще один способ делать переводы Каспи суперудобными, безопасными и современными. Это переводы по Каспи QR. Наша коллега Салтанат поможет мне вам этот сервис продемонстрировать. Так. Всем добрый вечер. Итак, наши телефоны. Это приложение Каспи.кз. Я открываю свой персональный QR-код. Клиенту Каспи, как видите, я могу перевести по номеру карты, по номеру телефона или по QR-коду. Вот. Это самый тяжелый момент для меня. 100 деньги. Ну, мы сделали еще классный сервис. То, что я говорил, вы можете сообщение. То есть я могу написать «Рахмет за обед. Возвращаю». В этом случае «Рахмет». Все, я перевел. Смотрим. Салтанат получила 100 тенге. Я стал на 100 тенге беднее. Да, и у нас есть еще новая возможность подтвердить получение перевода. Что мы вам сейчас покажем. Это происходит прямо в нашем приложении сейчас, вот в моем экране. Салтанат подтверждает перевод. Я могу выбрать один из смайликов красивых.
Например, вот такой. Все. Сатана прислала мне смайлик. Спасибо. Спасибо большое. И переводы по QR мы запускаем в декабре 2018 года. Мы очень надеемся, это будет суперудобно. Представляете, за обедом с друзьями отсканировались все, и все друг другу пополнили Каспий Голд.